Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Вот какое описание нашел к картине Якоба Тинторетто «Спасение Арсенои» около 1556 года, «Холст масла». В 1550-60-х годах Тинторетто создает серию картин, проникнутых стремлением уйти от конфликтов окружающей действительности в мир мечты. Одна из них – «Спасение Арсенои». Очень редкий сюжет в живописи Возрождения, возможно, единственное его воплощение. Полотно написано по мотиву французской повести XIII века. Тициан в свое время определил подобные сюжеты как поэзии. Очаровательная сказка о том, как рыцарь и юноша-слуга, подплывшие на гондоле к подножию мрачной замковой башни, вырастающие из моря, спасают двух закованных в цепи ногих красавец. Женщинам пришлось раздеться, поскольку окно темницы было очень узким. Эта заточенная Клеопатрой ее сестра Арсенои со служанкой, рыцарь тоже известен, влюбленный в Арсенои Ганимед. Но при всей поэтичности содержания страшит волнение моря, угрожающее успеху операции. Изображение полотно символичного значения и может быть разнообразно истолковано богатой фантазии зрителя, но живописное воплощение сюжета, нагота женщин, блеск доспехов рыцаря, переливы красок бурного моря и грозного неба, безусловно, мастерски реализовано. Вот такое описание нашел в картине «Спасение Арсенои» Якоба Тинторетто. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».